Встречайте официальный кортеж эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014». Буквально через две недели этот кортеж въедет в Абакан. Чтобы с достоинством встретить символ Олимпийских игр, Хакасия готовится чуть ли не год. Так, к примеру, за теплый сезон в городе были почищены все непрезентабельные места. Свалка Поярыгина превратилась в достойный сквер, мини-парк для отдыха появился и на углу Кати Перекрещенко. Однако, помимо масштабных реконструкций, немало забот есть и по мелочи. Так, весь октябрь коммунальщики ремонтировали в городе бордюры, чистили от листьев улицы и даже нанесли дорожную разметку. Между прочим, эти белые линии как некая подсказка, где же будут проносить Олимпийский огонь. Вот, к примеру, улица Кати Перекрещенко, явно свежая разметка, но нанесли ее только для дружбы народа. Дальше обновлять улицу не стали. Это значит, что где-то здесь кортеж сменит направление. Других способов узнать, где же пройдут факелоносцы, у абаканцев нет. Схема движения держится в строжайшем секрете. Как говорят представители оргкомитета в Хакасии, подробности маршрута раскроют максимум за 3-5 дней до эстафеты. Чуть раньше могут стать подсказкой только реквизиты большого торжества, которые развешивают по городу, флажки и баннеры. На этом работа коммунальщиков закончится, если, конечно, погода не подведет. Конечно, много будет зависеть от погоды. Потому что конец ноября, осадки могут быть любые. Поэтому здесь мы зависим, допустим, от капризов. Если погода нам позволит, то вот этот отрезок или эта часть мероприятий, она будет выглядеть достойно. Однако, несмотря на строжайшие секреты, представители спорта республики говорят, узнать, как же это произойдет у нас в городе, можно просто. Посмотрев материалы СМИ, состоявшиеся уже эстафете в других городах, их больше полусотни. Учитывая, что каждый шаг согласуется с Москвой, то сюжет мероприятия везде один в один. Если посмотреть глазами горожан, по чьим улицам уже пронесли символ Олимпийских игр, то похоже, чтобы понаблюдать за долгожданным факелом, придется занимать места ночью. Мероприятие везде собрало тысячи людей. Некоторым приходилось забираться повыше. Где огонь-то? Где огонь? Где огонь? Покажите нам огонь. Прежде чем Олимпийский факел приедет в Абакан, у него на пути еще 15 городов. Валерия Стромова, Алексей Иванов, новости, 7-й телеканал.